началу эпидемиологического сезона привилось 40% населения Сочи. Прививку от гриппа рекомендовали сделать до начала эпидсезона, ведь для формирования иммунитета нужно не менее 2 недель. По данным Краевого управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне. На прошлой неделе на Кубани заболели каждые 4 человека из 10 тысяч. Это почти в 7 раз ниже порогового уровня. В Сочи не зафиксировано ни одного случая. Несмотря на это, Управление здравоохранения города призывает не пренебрегать профилактикой. Особенно это актуально для тех, кто по каким-либо причинам не смог пройти вакцинацию. Напомню, основные симптомы гриппа – это резкий подъем температуры, сухой кашель, боль в горле, ломота в мышцах и суставах, головная боль и слабость. В этом случае не стоит заниматься самолечением, необходимо остаться дома и вызвать врача.